ребят, смотрите, что мы обнаружили у нас вечером в доме. Это геккон. Мачка, ты даже не боишься. Вот такие геконы живут в Израиле. Он может жить просто в квартире, мы его не видели. А мог проползти через окно, видите, маленькую щелку оставил. Но первый раз такого вижу. Сидит тихонько. Сейчас попробую поближе его снять. Тихо, не убегай. А, няшка. И не убегает. Ну. Симпатяшный. Где-то он у нас тут живет. Или по стене мог забраться, но по стене обычно у нас ящерки забираются. Так что, ребята, вот такая у нас в Израиле живет живность. Причем они такие гнездышки делают, вот бывает на парадных даже видно. И живут. Приятель, ты будешь как-то бегать? Я вообще не боится. Вот такие у нас тут разные живности.